там две машины, одна легковая точно, но я ее в зеркало вижу. Блин, тут от асфальта это блестит. Аж по глазам. Не режет, но ярко. Меня больше здесь свет бесит, когда включаешь дальний особенно. Ну, он не супер, да. Отсвечивает вот от машин, от дороги, от... Ты меня сейчас обгоняешь, это грубо говоря, 12... Потому что у тебя 12-ступенчатая. Наверное. Блин, там слева не едет, тогда перестройся. Не знаю, едет вроде кто-то. Здесь есть шлагбаум? Есть, надо тормозить. Не затормозит. Ну, нормально. Я шлагбаум установил. Кстати, я заметил плюс этой моей коробки в том, что я когда переключаю передачи сам, обороты не теряются. Там что? Тут как-то есть такая же. Вот. Кстати, о чем я и говорил. Вон, поехали. Вон, все равно сейчас. Че он? Он лишь специально тормозит. Не, ну это. Погоди, погоди. Держи его. Поощущает назад, значит, так. Ой. Че надо встать, чтобы другому не помешать. Ну объедем. А, ну ладно, так тоже мы. Вот сейчас этот. Блин, вот. Охренеть. Так я тоже поставлю запись. Надо просто это выложить потом. Я выложу. Так, где это Томас? А, репорт. Так, что это у нас? Блокинг и раннинг. Я ж тебе сразу сказал, они для этого едут, я ж когда только увидел её и сказал. Ну. Нет, бывает, такие люди попадаются, с кем интересно, но это больше русские, а это не русские. А русские, они как-то поадекватнее ведут себя. Но мне-то пофиг, то, что он меня врезается, мне урон особо не наносится. Да, но он может сделать так, что ты перевернешься, и урон точно нанесёшь. Он-то вначале я офигел, что сделал. Под двухполоска, не надо забывать. Я потом соберу этот материал, выложу. Уже 10-я часть у меня будет. Ой, блин. Тормози. До него докопался, что ли? Ну ему-то легче уехать. А, ну он дав вроде. Ну сейчас поймем, докопался он до него. Да-да, видишь, он же рядом с ним едет. Нам надо быстрее ближайшую развилку и посмотреть. Ну вот. Блин, вот бы сейчас Бадбин последил бы за нами. Было бы интересно. Именно в тот момент, когда он прям так делал. А этот-то что не едет? Я сейчас на него репорт кину. Фафа вот этот вот. Блин, нам нужно либо сделать так, чтобы его смятку. Смотрю. А, я думал, он сейчас ко мне подъедет специально. Не едет, я не пойму. Секундочку. Так, я лучше 60 сейчас. Стоп, они едут туда? Можем сейчас вправо свернуть. Можем вправо сейчас свернуть и там как-нибудь проехать. Зачем? Такой вид. Хочешь с ними? Да я жду, пока его этот кикнут, не кикнут. Поехали. Стоп, ну как там? Я вроде команды есть такие, кое-какие интересные. Виде. Так, ой, я хочу узнать его просто айдишника, потом его уже найти в стиме.
Найти-то в Steam можешь. Да я его и так могу найти без Steam. Да, какой поехали. У него айдишник? 1640 или 1642? У ой. Кого? Вот этого на легковушке. 1642. А, 1642, ага. Да, ты догоняй, у тебя-то машина мощная, я их обошел сразу. Только да. Так они меня ждут, не тебя. Да. Наверное. Я справа по обочине обошел. Обоих. Нет, не так. Клоун уехал, что ли, на легковой за мной? Нет, клоун едет еще там. А кто тогда за мной едет? Ну, вот этот на легковой. 110 метров догоняет меня. Так он газ прибавил, он же медленно ехал. А-а-а. Он 120 метров от меня. И держится на этом расстоянии. А ты от меня на 400 метров. Ну мы тут с этим, с фафахером. А он тебя тоже не пускает? Ну как он не пускает? Мы едем одинаковой скоростью. Странно. Мы 110 едем вдвоем. Значит они... Вот они 16.8 и 16.42 одновременно почти зашли в игру. Ой, блин. А почему? А, я понял. Хорошо. Хорошее залипание клавиш виндосовская. Я такой не понял, что-то у меня высветилось на полэкрана. Мудак врезался. Он думает, он меня догонит. Ну пусть догоняет, сейчас я говорю, бан получит сразу. Поиграть решили. Я не с нами сейчас играть, вот так буду, знаешь. До самой этой. До куда мы едем. Давай, толкни меня, сейчас получишь. Посмотрим. Едь за мной, говнюк. Я сейчас резко тормозну и влетишь. Надо причину только найти просто. Резко затормозить. 37 метров от меня. Ну, это еду стабильно сзади. Okay. Может, нет? Потому что на разгонах чуть-чуть туплю. Другими делами занимается. Так. Не, вроде. Если он сейчас справа свернет. Дальний моргает мне. Умный. Я его стабильно обгоняю. Обгоняй. Не, если у меня сейчас что-нибудь сделается, я ему просто подрезать. Подрежу, да и все. Подрезу. Право уйду. Ну вот фиг с ним, я один раз банк получил, я знаю, что можно. А я зайду в другой аккаунт. Ведь это и нельзя делать. Но. Но я там дополнения нет. У меня. Вот здесь он сейчас. Этот, короче. Он меня сейчас в горку подобогнал. Так. Надписей никаких не было. А, я понял. А чего, каких надписей? Вроде нет. Куда-то он пропал или врезался, или у него вылетело. Если он... Или так, его кикнули. Вот это... Ты... А, ну я понял. Этот тоже не лучше. Чё там? Конечно, мне ни одного урона не прошло, но он не лучше. 600 метров.